из самых любимых мест сменовцев – библиотека. Здесь в рамках недели детской и юношеской книги прошла интерактивная выставка «Что почитать?», презентация книг юбиляров и образовательное мероприятие «Книжная карта России». В 2019 году любители литературы отпразднуют множество юбилеев различных произведений как отечественных писателей, так и зарубежных. Сегодня сменовцы упомянули некоторые из них. Это повесть «Дама с собачкой» и комедия «Вишневый сад» Чехова, роман Гончарова «Обломов», поэма «Мертвые души» Гоголя, книга «Басни» Крылова и многие другие. Сменовцы познакомились с современными детскими писателями, а также рассказали о своих любимых книгах. Мне нравится книга Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков», потому что она учит любить, дружить и вообще всем отношениям. Она очень такая интересная, она очень взрослая. Шолохов воевал во Вторую мировую войну и по мотивам того, то, что он воевал, он написал свою книгу «Судьбу человека». И эта книга интересна именно тем, то, что он рассказывает свой путь, как он прошел Вторую мировую войну, все свои жизненные истории. И эта книжка учит о любви, ценить свою жизнь, ценить в общем мир и другого человека. Мое любимое произведение «Маленький принц». В нем очень много смысла. И каждый раз, перечитывая его, у меня возникают все новые и новые эмоции. Я всем советую эту книгу. Она мне очень нравится. Моя любимая книга «Молодая гвардия». Она очень взрослая. Ее написал Фадеев. И она мне очень понравилась. Там рассказывают, как молодые ребята создали свой отряд и истребляли фашистов. Советую всем детям читать книги, потому что это здорово, весело и классно.